33 человека, задержанных после январских событий, освободили из следственных изоляторов в Алматинской области. Такие данные озвучили на пресс-конференции с участием представителей департамента полиции, прокуратуры и антикоррупционной службы. Всего по следам трагедии в регионе расследуют 409 уголовных дел. В списке пострадавших 758 человек, большинство из которых сотрудники правоохранительных органов и военные. Кроме того, зарегистрировано 190 случаев незаконного хранения оружия, задержаны более 60 подозреваемых. Напомню, в ходе беспорядков там разрушили 8 административных зданий, сожгли 70 автомобилей. Следователи сейчас расследуют и дела о пытках. Внесено 93 апелляционных ходатайства, 71 из которых на освобождение из-под ареста. По страже на сегодня содержится 88 лиц. В отношении 60 избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Меры пресечения санкционировались судом после внимательного изучения личности, возраста, состояния здоровья, степени участия, отношения к содеянному и других характеризующих сведений. С учетом этих факторов из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождено 33 лиц, среди них 8 несовершеннолетних, отданы под присмотр родителей. Работа в этом направлении продолжается.